Всем привет! Август. Погода больше хорошая, чем плохая. Август выдался урожайным яблок. Как в народе говорят, яблок столько, хоть ешь. Вот мои яблочки наливные. Чтобы не пропали мои яблоки, соседей позову. Надкусаем. Потом к ним пойдем, чтобы не пропали. Не пропадать же добро. Правильно я говорю? Теперь я вас буду знакомить с большим моим другом. Он всем друг, и вам тоже. Если захотите прийти в гости, придите. А вот и он. Вот мой дорогой. Ах, какой ты мальчик славный. Ты славный мальчик. Славный мальчик. Ну ладно, пойдем дальше. Он будет рад, так рад. Будет вас крепко обнимать, целовать. А еще он вам принесет самое дорогое, что у него есть. Так, то, что ты ему понравишься, не сомневайся, зуб даю. Может и завалить, мужик сильный, не в квартире вырос, на воздухе, в деревне. Анекдот на эту тему есть. Рассказать хорошо это. Мужики почему-то не смеются на этот анекдот. Вот он, первая брачная ночь. Ваня с Маней. Маня, где ты такую обувь достаешь? У тебя размер великанский. Да в деревне вырос. По улицам бегал. Все босичком да босичком. Ваня, милый, лучше бы ты без трусов ходил. Ай, ладно, хватит вам уже обо всем этом. Давайте я с ним лучше, я вас с ним познакомлю. Сёма, вперед, Сёмочка. А вот и Сёма. Сёма, вперед. Я Саймон. Бабушка зовет меня Сёмой. Другие Семён Семёнович. Дядя Толик меня Сандиком зовет. А еще он меня зовет с большой свиньей. Дядя Толик, закуси меня за нолик. Ну что, я виноват, что он на моей куче подскользнулся. Я его люблю, он меня часто угощает. Да не только он. Дядя Валера с тетей Галей тоже не обижает. Еще через охоту охотник живет. Кабанов ловит, не обижают друга. А еще я вам покажу, как папа уменьшил детей. Ну, я тебя снимать потом. Опаньки. Сёма. Сёмочка, привет. Мы тебя сейчас уменьшим, мой сладкий.
Ну так, раз, два, три.